привет! Также из города Дарвин. Сегодня 11 июня, суббота. И вот в городе Дарвин сегодня и завтра 2 дня греческий фестиваль. Здесь очень большое поселение греков, много греков здесь живет. И вот ежегодно они устраивают такой вот фестиваль с каруселями, с угощениями. И я хочу вам показать сейчас интересно, как готовят барбекю. Как же без еды? И вот посмотрите. Камера может передать вам дым, но не может передать этот запах. Запах барбекю изумительный. Конечно же, много музыки, но я стараюсь говорить погромче, и вот туда дальше все. Продажа всякой еды. И, конечно же, столы. Вот, мы остановились посмотреть именно, как готовится барбекю. Вот. Многочисленные продажи, цены. Чикен или лэмб. Баранина $12. Chicken and what? Euros. Chicken euros. Yeah. Вот так вокруг все продажа. Различной греческой еды. Вот у них разная одежда у разных греческих групп. Синяя, красная, там дальше белая. Вот у них здесь в городе Дарвин большое комьюнити греческое, есть своя церковь, есть своя школа, ну, детский сад, естественно. Вот большое греческое комьюнити в Дарвине. Очень много греков здесь. Кстати, иногда, когда слышат мой акцент английский, спрашивают, гречанка я или нет. Думают, что я гречанка. Вот здесь вот коврики самодельные, тканые продаются. Там не знаю, что... А, Чарльз Дарвин Университи. Что-то компьютеры стоят, не знаю, что они там предлагают. Там вот что-то готовят на показ, что-то по типу мастер-шеф. Шоу немножко давайте посмотрим. Вот. Шеф-повара греческие что-то готовят на показ шоу. Now
сожалению, далековато, я не могу понять, что они готовят. Очень громкая музыка. Вот там дальше большая-большая сцена. Вечером здесь будет большой концерт с греческими песнями и танцами. Вот, повторяюсь, этот фестиваль будет два полных дня, сегодня и завтра. Завтра у нас немного другие планы, мы не сможем попасть, поэтому вот приехали сегодня. Да, музыка очень громкая. Работники в желтеньких жилеточках убирают мусор, ходят вокруг. Потому что, как видите, очень-очень много людей. Естественно, где-то ребенок что-то уронил, где-то что-то упало. Даже если сознательно будут выбрасывать вот в мусорные баки, все равно мусор скапливается непроизвольно. А так мусорные баки вот прям буквально на каждом шагу. Здесь вот люди просто отдыхают, пиво пьют. Так, тут опять продажа какая-то. Похоже, что, наверное, сладости, потому что в коробочках все. Проходит в парке на улице Эспланада, вот вдоль океана, сейчас вы видите. Вот такой вот австралийский мужчина. Еще вот участочек с продажей греческой еды. Пойдем сейчас к прилавочкам со сладостями посмотрим. Женщина приобрела долму. Знаете, что такое долму? Здесь сладости. Мясо виноградных листьев. Кто-то еще готовит, кто-то из бывших народностей СССР. Азербайджанцы или армяне готовят долму. И вот это вот сладкие-сладкие пончики. А, honey puffs называются, да, honey puffs. Совсем чуть-чуть вам показала гуляние сегодня.
сегодняшним гулянием в городе Дали. Может быть, позже еще сниму детскую часть этого фестиваля.